сочный, мощный. Все можно сказать про этот супергаджет. С вами Настя Летнее Утро, и в сегодняшнем обзоре я хочу познакомить вас с невероятно крутой соковыжималкой от компании Kidford. В комплект соковыжималки входит, собственно, сама соковыжималка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Шнековая соковыжималка получила свое название от главной детали шнека. Ультрапрочный спиралевидный шнек-пресс. Он захватывает, дробит и прессует плоды, а затем продавливает мякоть через фильтр тонкой или грубой очистки, какой установите. Не пугайтесь, что так много предметов на моем столе. Сейчас они все соберутся в компактный гаджет. Хочу показать вам комплектацию этой соковыжималки и заодно показать, как она собирается. У меня в руках моторный отсек, он тяжелый. Благодаря резиновым ножкам он не двигается во время работы по столу. Берем чашу и просто устанавливаем. Затем нам потребуется фильтр тонкой очистки или грубой, в зависимости от того, какой сок вы любите, с мякотью или без. Очиститель для фильтра с силиконовыми лопастями. Мы просто его вот так надеваем на фильтр. Устанавливаем фильтр, в этом нам поможет метка. Красная точка на фильтре. Совмещаем ее с красной точкой на чаше. Все, совместили, поставили. Дальше идет шнек. Тяжеленький. Все. И берем крышку с загрузочным блоком. Также на ней имеется меточка. Также в работе иногда требуется толкатель, проталкивать фрукты или овощи. Емкости, в которой будет наливаться сок. И жмых. Все. Видите, буквально быстро-быстро, за несколько секунд, можно собрать соковыжималку. Шнековая соковыжималка Kidford KT1106 позволяет отжимать максимальное количество сока из фруктов, овощей и зелени с сохранением всех его полезных компонентов – витаминов, аминокислот, минералов. Сок во время отжима не нагревается и не окисляется. Благодаря широкой горловине не обязательно резать плоды, можно поместить их в соковыжималку целиком. Бесшумная работа позволит вам получить сок, не разбудив близких. На патрубке выхода сока имеется откидная крышка. Если контейнер с соком наполнен, вы закрываете крышку, чтобы сок не вытекал на стол, пока вы меняете емкость. Затем снова ее открываете. Фильтр тонкой очистки позволяет получить сок без мякоти. Фильтр грубой очистки для получения свежевыжатого сока с мякотью. Комбинируйте разные фрукты и овощи, экспериментируйте, и вы получите невероятно вкусные напитки со всеми витаминами. Соковыжималка легко собирается и просто моется после работы. В наборе также имеется щеточка, которой можно легко прочистить все фильтры. У соковыжималки есть режим реверса, который можно использовать, если вдруг что-то застрянет внутри. После того, как я получила сок из всевозможных овощей, фруктов и даже орехов, я ответственно заявляю, что это очень крутая соковыжималка. Ну, во-первых, она действительно очень хорошо все перемалывает, жмых получается совсем сухой. Во-вторых, она работает очень тихо, а для меня это важно, потому что я хозяйничаю на кухне или поздно вечером, или утром, когда мои дети еще спят, а я не хочу их разбудить.
Промыть соковыжималку оказалось также очень просто. Она занимает мало места на кухне, выглядит очень современно и стильно, не скользит по полу во время работы, а работает до 30 минут беспрерывно, не оставляя ни брызг, ни подтеков на столе. В общем, я осталась очень-очень ею довольна. Уверена, что вы также по достоинству оцените этот гаджет, особенно в преддверии осеннего урожая. На этот мой обзор подошел к концу, и надеюсь, он вам понравился. Мой любимый сок – яблочно-морковный. Оставьте, пожалуйста, в комментариях, какой сок любите вы. Снековая соковыжималка сделала для вас сок яблочно-морковный. Алис! Просто пенка нежнейшая. Класс. Она сама вырабатывается? Ну да, прямо из соковыжималки такая получается. Все, класс. Вообще с магазинами не сравнить, да? Вкус. Да. Он такой насыщенный, вкусный. Нет натуральных, причем яблок. Ага. Борис! Что мы делаем? Да! Ты хочешь попробовать? Да. Нет. Подождите, пристой. Какую ты? Вот эту? Нет, а все равно мы белую закладываем, там красный. Там часть красная. Кто-то положил черную? Положил.